Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Нес, кентавр, которого убил Герак, когда тот попытался овладеть его супругой Деенирой. Кровью умирающего Несса, смешанной с ядом Лернейской гидры, которую по наущению Несса сохранила Деенира, впоследствии был отравлен и Герак. Согласно альтернативной версии мифа, Несс, раненый Гераклом, смог сбежать в землю Локров и умер уже там. Его непогребенный труп начал гнить и распространять вонь, отчего Локров назвали Азольским. Несс помогает Данте пересечь реку Флегетон в Божественной комедии. Несс был, как и большинство кентавров, сыном смертного человека Иксиона и богини облаков Нефеллы. В историческую эпоху могилу Несса показывали путникам на холме Тафиас у Халкиды в Итолии. Согласно еще одному предположению, изначально он считался человеком, а в кентавра превратился в литературных произведениях классической Эллады из-за сходства его истории с мифом о попытке похищения Гипподамии Эврителона. Ну, вот так вкратце о Нессе, кентавре, которого убил Геракл, когда тот попытался овладеть его супругой Деенир. Пока-пока, до свидания.